Укладывая плитку за плиткой, дорожные рабочие начинают выстраивать картину обновленного проспекта Масленникова. Именно с тротуаров здесь стартовал комплексный ремонт улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сначала специалисты сняли старый асфальт и подготовили основание. На него укладывают новую плитку. Плиточное покрытие появится на тротуарах площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Участки, которые успели отремонтировать, уже оценили местные жители. Лучше стало, да, естественно. Здесь лучше теперь не будет. Бабушки будут у меня ходить здесь, ровно теперь. Не будут падать и скользить. Да, мы теперь прозвали наш Бродвей Масленский. Все, спасибо большое, все устраивает. Комплексный ремонт выполнит на участке длиной почти 800 метров, от Мичурина до Новосадовой. Вместо старого здесь уложат высококачественный асфальтобетон. Также приведут в порядок газоны, заменят бордюры, сделают новые парковочные карманы и установят дополнительные урны. На каждом этапе качество материалов и работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Контроль за ходом выполнения работ ведется многоступенчатый. Так как работы по укладке асфальтобетонной смеси выполняются преимущественно в ночное время, то контроль как применяемых материалов, асфальтобетонной смеси и так далее выполняется и в ночное время. Особую важность этого объекта надо отметить в связи с тем, что на данном участке примыкает будущий филиал Третьяковской галереи. И это улица, которая связывает между собой Московское шоссе и Новосадовую. Кроме того, рядом находится сквер памяти борцов революции, который в текущем году благоустроит по федеральной программе формирование комфортной городской среды. По контракту все работы на участке должны выполнить до конца августа. Но подрядчик обещает, что объект будет сдан раньше, без потери в качестве. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.